Реализацию программы «Комфортная городская среда» в Ботлихе проверил глава района Руслан Гамзатов. Центральную площадь селения Ботлих, благоустраиваемую в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, посетил сегодня глава района Руслан Гамзатов. Руководитель муниципалитета в сопровождении первого заместителя Ахмеда Лобазанова, главы сельского поселения Газимагомеда Нурмагомедова и ответственных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства осмотрел объект, оценил проделанные на данном этапе работы, встретился с подрядчиком и общественностью. Выслушал предложения, а также пояснения по уже выполненным работам. Обозначил ряд пожеланий некоторых изменений на объекте в целях комфорта и удобства. По итогам осмотра данной рекомендации и поручено особое внимание уделить качеству. Руслан Гамзатов подчеркнул, что необходимо завершить объект в срок без ущерба для качества. Два значимых для района юбилея, 95-летие района и 25-летие разгрома бандформирований мы должны отметить на современной и благоустроенной центральной площади, отметил Руслан Гамзатов.